Видео для тех, кто просил, как сделать такие вазочки. На самом деле очень легко и просто. Нам понадобится эпоксидная смола и отвердитель. Формочки можете купить сами, можете сделать сами с помощью силикона. Обязательно весы. Два пластиковых стаканчика. Какая-нибудь размешивалка. Пара перчаток, спички и какой-нибудь декор, но это не обязательно. Заливаем эпоксидку, отвердитель добавляем, декор смешиваем, переливаем в стаканчик другой, опять смешиваем. Добавляем декор и заливаем по формам. Простукиваем форму, чтобы пузырьки поднялись, и поджигаем их спичкой. Вообще не знаю, что из этого получится. Узнаем через сутки. Ну что, прошли сутки. Вскрываем. Охренеть. Вот это да. Получилось что-то нереальное. Вообще так цветочки клёво.